Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров в минувшие выходные заложил капсулу под строительство средней общеобразовательной школы в селе Бозбармак Чуйской области. Глава Кабмина отметил, что до конца года по республике планируется завершить строительство 204 школ и 49 детских садов. «Я верю, что выпускники этой школы станут в будущем выдающимися учеными, врачами, инженерами, писателями и принесут мировую славу нашей стране», – сказал Акылбек Джапаров, добавив, что к осени строительство школы будет завершено. Открытие школы позволит полностью охватить детей школьного возраста, которые до настоящего времени учились в соседнем селе, отдаленностью более 3 километров.